В Одессе участник АТО и экс-зампрокурора области устроили перестрелку прямо посреди улицы. Конфликт начался из-за того, что жена одного из мужчин, которая была за рулем, нарушила правила дорожного движения. По словам свидетелей, первым открыл огонь бывший правоохранитель Валерий Лавров. АТОшник получил ранение в ногу, но не растерялся, тоже достал пистолет и выстрелил. Пуля попала экс-прокурору в бедро. Полиция задержала обоих, пистолет отправили на экспертизу. Зарегистрировано ли оружие, откуда оно и почему его носили, участники инцидента в полиции не сообщают.